Добрый день всем гостям моего канала. Сегодня я покажу, как заполнить сетку, чтобы не было видно пустых клеточек. То есть, чтобы клеточка была полностью заполнена. Меня спрашивают, что мы, некоторые спрашивают, что мы пробовали, но вязание, это вышивание, вязание стягивается, и клеточки не заполнены, то есть видны пробелы в клеточках. Для этого надо подобрать толщину ниток. Вот у меня сетка 4 на 4 миллиметра. Я смотрю, вот если беру нитку, протягиваю ее в сетку и начинаю как бы делать этот коврик. Видите, получается, что видны пустые клетки и не стягиваются, просто как бы клетки не заполнены. Поэтому, чтобы заполнилась клеточка, надо, естественно, сложить их в несколько сложений. Вот, например, эту пряжу я складывала в 3 раза. И просто пробуем. Вот 3 раза сложили. И пробуем. Вот видите, здесь получается, что все клеточки полны, заполнены. Мы поправляем. И нет пустых пространств. Это, например, пряжа. Вот такая она. Толще по толщине ее можно. Два, с ней все равно будет 2. Мало. Вот эту зеленую попробую сейчас в 4. И потом, когда вы подберете свою толщину, вы всю остальную вашу пряжу, если она разных размеров, складываете и доводите до одинаковой, стараясь до одинаковой толщины. И тогда у вас будет все ровненько и красиво. Да, вот эту зеленую лучше даже было. 4. Получается более полные клеточки. Это потолще хватит, наверное, в 3. И постоянно надо поправлять. Вот. Экспериментируйте. Пробуйте. Чтобы была пряжа приблизительно одинаковой толщины. Оставьте себе образец и подбирать пряжу в несколько сложений, чтобы было приблизительно одинаковой толщины. Итак, вам успехов в творчестве. Заходите на мой канал и до новых встреч.